всем за ты, да? Давай, давай, соберись. Народ не ждут этого. По номинации по... Можешь читать смело. Injustice. Первое место занял игрок по лигам Блед. Второе место Суприм. Третье место РЗР. Давайте поаплодируем этим чемпионам. Молодцы, ребята. Мы их будем вызывать или потом вы встретитесь? Ну, потом. Окей, они договорились там за кулуарами. Тейкин так турнамент 2. Первое место с умопомрачительным числом побед и вообще достижений выиграл игрок Синеман. Второе место Соник. Третье место Слоу Сеня. Давайте поаплодируем. Из них приехали не только из Москвы, из Петербурга, но и из других городов России. У нас на самом деле огромное количество вообще людей, которые к нам сюда приехали из всех уголков России, именно на турнир, именно на StarCon. Вот, потому что они сказали, что этот турнир нужно посетить и так далее. Может быть, они потом скажут, что StarCon это круто. Ну да. StarCon это круто! Ну пожалуйста, скажите да! Ура! Итак, номинация Street Fighter. Первое место РЗН. Второе место Supreme. Третье место FLCL. Давайте поаплодируем героям с такими именами. Все? Ну, а это смешно, но там еще один турнир не закончился. Мы уже давно здесь, а ребята все еще рубятся. Ну тогда, может быть... Это все объясняется тем, что к нам приехали настолько профессиональные игроки, которые и пикселя здоровья тебе не отдадут просто так. Да, они просто... будут сражаться с тобой до конца, до последнего вздоха, но никогда не проиграют. Организаторы пытались их уговорить, чтобы, может быть, немножко изменим правила, чтобы побыстрее. Говорят, нет, мы приехали биться на StarCon, это дело чести. Так что давайте поаплодируем героям, которые работают прямо сейчас. Вот, но у нас есть предварительные победители. У нас в номинации трех лучших я назову. Это Тарилариран, это Флет, это FLCL. Поаплодируем им! Ура, ребятам! Спасибо большое всем, кто участвовал в турнире и приходил нам стенд Xbox 360. Спасибо компании Avermedia, которая нам помогла все это записать. Вот. И все это будет транслироваться в интернете. Вы сможете, если участвовали в наших турнирах, все это потом посмотреть, показать друзьям, сказать, вот так я играю в Xbox 360. Показать друзьям, потом детям и внукам. Вот так твой дед играл на StarCon 2013. Все, спасибо огромное. Все, спасибо. Спасибо, Фарук. Ну, теперь уже, может быть, наконец, по традиции мы перейдем к самой...